Ребятулики, всем привет и девчули. Пока едет подписчик ко мне на мою территорию, на территорию Льва, я подготовил список и вот такой огромный пакет монет, который еще не весь. Какая была поставлена задача передо мной? Значит, Игорь говорит: Эльдар, соберите мне монеты по нормальной цене, чтобы они у меня лежали. И там через пару лет, может быть, я их продам. То есть появились свободные деньги. Человек хочет приобрести, а второй человек хочет ему продать. Ха-ха-ха-ха-ха! Ребятулики! Я не могу. Пишет мне один подписчик, говорит: вы, говорит, под наркотиками или в алкогольном опьянении? Нет, ребята, это жизнь. Жизнь мой наркотик. Жизнь, понимаете? Жизнь. Ладно, давайте по существу. Поехали. 1 гривна юбилейка. Значит, перед этим я написал... Ладно, 40 штук по 3 гривны. Это, ну, вообще, это дешевле только у меня. Может быть. 120 гривен. Гривна 96-го. 2 штуки по 75. Вот он, смотрите, какой список. Чтобы вы были тоже в шоке, как и я. 2 штуки 150 гривен. Малый герб 50 штук по 2 рубля. Абсолютно тоже адекватная цена. 25 копеек 96-го, 40 штук, перепутки 20 штук, монета очень редкая. Значит, малый герб по 2 рубля, 96-го по 5, перепутки по 10. Ну, я считаю, очень козырно. 6 ягодник 1 штука, 80 гривен. 4 ягоды 2 гривны, 40 штук. Гривна 95-го, 750 гривен. Тоже очень адекватно. 96-го 2 штуки 200 гривен. У меня там большие еще запасы. 10 копеек крупная насечка 5 штук по 18 гривен. Здесь дорого, согласен. Но, ребята, извините. Фальшак донецкий 70 гривен. Пакет 5 копеечных. Ну, мы с ним все согласовали перед этим. 1000 штук 120 гривен. Средство для чистки монет, как же без нее, 300 гривен, 25 копеек, третий штамп, 30 штук по 5 гривен, я считаю, вообще кошерно. 2,2 БАМ, 3 штуки, 150 гривен, ну, здесь рыночная цена. 2 копейки алюминий, 50 штук по 3 рубля, вообще копейки тоже, 50 копеек 92-го, 2003-го, 2004-го, они у меня там в банках, как консервированные лежат, получается 100 штук по гривне. Ну, как сказать, тоже рыночная цена. И 50 копеек 95-го штемпель 30 штук по 15 гривен. Но они в очень крутом состоянии. Итого сумма, тут получилось 3,370, ну, скидка, короче, 3,300 гривен. Вот, не знаю, может быть, что-то добавится, может, что-то убавится, ну, добавится нет, может что-то убавится, но мы заранее все согласовали, то есть человек понимает, что, ну, в общем, такая была поставленная задача, я подобрал, я же говорю, цена очень-очень маленькая, вот, сейчас пойду навстречу, пакет еще не весь, потому что там сейчас пятаки добавятся, короче, килограмм ого-го будет. Ну, вот так, мои хорошие, значит, если у вас есть много монет, вы не можете и не хотите продавать, мы все продадим, кроме Родины, ребята. Кроме Родины продаем все. Обучение антиквариату, нумизматике, средства для чистки монет. Ну и, конечно же, ребятки, мой магазин. Ставьте лайкосы.